Как ты чувствуешь затмение, как ты предчувствуешь их? Есть ли такое, скажем, как у, ну, скажем, грубо говоря, у животных, если сравнить, которые предчувствуют климатические катаклизмы и вообще природные явления, как ты чувствуешь? Я на это раньше не обращала внимания, а теперь да, я сопоставляю некоторые факты, и действительно есть такое, что тебе тело подсказывает, если, например, нет по прогнозу дождя, но я на сегодняшний день, например, четко знаю, что дождь будет, или там написали, что дождь будет. А я чувствую, что будет ясная погода. Вот это есть. Как это пока объяснить, как эта чувствительность выражается, за счет чего, я пока не могу. Но то, что чувствуется, это абсолютно точно. И я могу сказать, что мы уже заметили с детьми несколько раз, как только там я говорю, давайте погуляем, что-то так погулять хочется, там, или дети говорят. И мы выходим на улицу, смотрим, и полная луна. Я смотрю, там залезаю в интернет, там что такое, потому что я их не отслеживаю. Действительно, там полнолуние, действительно, там какие-то вот эти дни. И в эти дни сон уходит, и ты такое ощущение у тебя есть, что у тебя какое-то внутреннее переформатирование в эти моменты идет. И вот это вот есть чувствительность. От этого, конечно, никуда не деться. Как бы я раньше от этого не открещивалась, потому что я этого не понимала. Но это действительно есть.